Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня необычный обзор. У нас сегодня Drag Racing, BMW, пятерка против Мерседеса, E-класс. Очень многие люди мечтают о том, чтобы сравнить свою бывшую со своей нынешней. Сегодня у нас это произойдет, вот только с небольшой поправкой. Бывшая и настоящая будут не мои. Парень по имени Ваня, который продал мне Ешку, сейчас у него F10 BMW пятерка такая же, как у меня была, с немного другим мотором. И вот я ему предложил, не хочешь ли ты проверить, какая машина быстрее, твоя бывшая или твоя нынешняя. Прикол в чем? Оба автомобиля на 2-литровом турбомоторе, оба автомобиля с чипом, то есть у него 520-я шита в 528-ю, здесь E200 шиты в E300, у обоих автомобилей заявка 245 лошадиных сил, оба автомобиля на 20-х дисках, и вот лучших условий в принципе не придумаешь. Единственное обстоятельство, из-за которого у нас автомобили немного в неравных условиях, это то, что поколение пятерки предыдущая, а Ешка уже новая. Однако здесь небольшую поправочку можно сделать на то, что новое поколение пятерок G30 они обновили в 2017 году, Ешку в 2016. То есть Ешка не так уж и далеко от F10. Рестайлинговые F10 производились до конца 2016 года, и поэтому у нас в принципе условия практически идеально равны. Tell me when you see a nigga that's fly, don't lie. Got a chauffeur, cause a nigga don't drive. Tryna drink drive time on my lifetime. I still lie. Big beast and a nigga gon' feast. And I got a new chick and I told her be easy. Running through 100 racks, make it back easy. It's too easy, believe me. Don't hate the player, cause your bitch chunk me. Getting super high, tryna stay low key. Suicide my doors, bad bitch of the year. You should win an award. I say don't hate the player, cause your bitch chose me. Getting super high, tryna stay low key. Suicide my doors, bad bitch of the year. You should win an award. I'm a supplier, girl, you do it real well. Do it real well, do it real well. Applaud that ass, cause you clap it real well. Clap it real well, clap it real well. I love the way that she do it. You clap it real well. Love the way that she do it. Clap it real well. Love the way that she do it. Clap it real well. So go on, let me see you do it. Clap it real well. Don't hate the player, cause your bitch chose me. Getting super high, tryna stay low key. Suicide my doors, bad bitch of the year, you should win an award. I say don't hate the player, cause your bitch chose me. Getting super high, tryna stay low key. Suicide my doors, My doors, bad bitch of the year. BMW побеждает! Итак, выводы по сегодняшнему драг-рейсингу беспощадному. Машины у нас
я бы сказал, ничья, да, примерно одинаковые. Бэха чуть быстрее все-таки где-то тащила, но вот вся суть в том заключается, что от старта все зависит. Кто как стартанет и дальше, то Мерс, то BMW выигрывали. Но машины на самом деле очень похожи по ходовым качествам. Можно сейчас дальше бодаться, да, вдевать колеса меньше, заливать сотый бензин в пустой бак, там пару литров, и, ну, это будет интересно. Но вот в том состоянии, в котором сейчас автомобили находятся, примерно едет одинаково. Поэтому срач в комментариях, я объявляю открытый. BMW дрочер и Mercedes дрочер, добро пожаловать. Да, Audi самые быстрые есть. Ваня, спасибо за то, что эту машину мне продал, действительно хороший автомобиль. Спасибо за то, что предоставил свой новый автомобиль. Ну и самому было интересно тебе, Вань, посмотреть бывшую и нынешнюю. Напомню, автомобили у нас оба двухлитровые, оба на 20-х катках, у обоих заявка 245 лошадиных сил. Надеюсь, обзор был вам интересен. Ставьте лайки, подписывайтесь, сами знаете, что вам делать. Всем пока, живите громко. Самая большая проблема — это выехать вот из этой ебаной пробки на Малиновского, которая с нихуя. А, вот. Парень в обзор попал. Машет.